Так, у нас, значит, продолжение прохождения игры, которая называется Black Skylands по заказу Кромика. Кромика, сколько у тебя там по времени было вообще? Напомни мне, а? Ты игру там не будешь включать, чине? Алло. Пш-пш-пш. Спасибо. Так, игра же называется Black Skylands. Да. Так, ой, жесть. Сколько я играла или о чем ты? Нет, сколько у тебя стоит там времени? Сколько я тебе дала на заказ? Я уже не помню. Тут ничего, значит, летим. Как можно? Чего так можно? Сосац! Так, мне нужны снаряды. От соседа пахнет вкусной едой. А, ты за баллы заказывал. Ну ладно. Так, а что у нас там за баллы канала? Так это на 1 час. Ну ладно, остальное подарочное. Ладно, давайте так. Игра мне, в принципе, понравилась. Давайте сейчас остров за это самое... задефаем. И я пойду либо в Once Human, либо в TFT. Посмотрим. Сделай ему исключение за помощь папе. Ну, вообще-то я про это и говорила. Я просто, видимо, ему не написала. Я, наверное, забыла. Вот, и я ему хотела предложить за помощь мне, как бы, заказ игры. Я думала, это он! Я думала, это он! А это вообще забалы канала, господи Иисусе! Вот, поэтому, да, такое. Сучка. Не, ну за баллы канала там же на 1 час, там прям в описании есть. Поэтому... Ай, нога болит. Я просто была уверена, что я ему написала. И я такая думаю... Ну, типа, я ему сказала, и он такой говорит, да у меня ж заказ. А что это за рыбачить? Блин, тут какой-то этот появился. Блин, мне... Сейчас тут наваляют. Ой, жестко наваляют. Господи.
Ай. Фух. Не воюет, а я уже поняла, что я там опиздюлюсь жестко. Год после раскола, 12 марта. За наши головы объявили награду, поэтому пришлось искать убежище в пустынных землях. А это не просто. Одно из племен днем приняло нас с почетом, ночью же их воины напали на лагерь. Если б не предусмотрительность Гектора, который настоял на часовых, нам бы во сне перерезали глотки. Неприятно, конечно, неприятно. Тут есть что? Ничего нет, да? А, здесь никак. Это надо вот здесь, наверное, подъехать. Да, ладно. Весов слева клад. Я же вроде выкопала. Стой. А, да. Ой, 280 год после раскола, 23 апреля. После месяца скитания мы наконец-то укрылись за неприметным на неприметном скалистом острове. Но у нас заканчиваются припасы. Зверья здесь почти нет, да и на камнях ничего не растет, кроме мха. В команде растет недовольство, но Гектор пообещал найти решение. Так, ну вроде все. Ваня, Ванечка, кушу тебя за попочку. Ты такой пупсичек. Откушу тебе сосочек. Не врезаюсь во все, что только можно. А! Допустите! Блин, нога болит. Ай-яй-яй. Нормально тут патронов. Чего такое, чувак? Чего? Враги, что-то врагов нету. Отвлекают меня, вот негодяи. Кто здесь? Отвечай! Ты ведь не что сокол Каина? Сокол Каина вас бы уже пристрелил. Хвала небу, я уж думал, что мне конец. Перед тобой Гарольд, лучшее оружейник Аспии. Ева, как вас сюда занесло?
Я летел к фазершипу, но из-за нападения соколов корабль сбился с курса. Эти бандиты все еще прячутся где-то здесь, поэтому будь осторожным. А, вылезли, понятно. Не-не-не, я здесь не была еще, поэтому я и удивилась, что здесь... Вроде... Ай. Лук хорошо дамажит. А вас не кажется, что вас как-то многовато? Так, ну вроде все. Негодяи устроили засаду. Не на тебя ли они охотились, а? Похоже на то. Как новый маршал, я соколам сильно мешаю. Хорошо, что эти недотепы тебя недооценили. Здесь опасно оставаться. Давайте я помогу вам добраться до фазершипа. Я слепой, а не беспомощный. Для человека, который собирает уникальное оружие, справиться с кораблем не составит труда. Но ты избавила меня от бандитов. В качестве благодарности я подарю тебе одно из лучших своих творений. Встретимся на фазершипе. Хорошо. Так, где-то здесь еще есть этот самый. Вот он, так вот. Во что хотите, чтобы это пойти? В Once Human или в TFT-чат? Что вам интереснее было бы? Мне вроде и туда норм. Так, ну тут я не пройду же, да? Да. Черепашки-ниндзя? Такого нету, извините. Кстати, прапор, а у тебя есть же, да, вся колда, чтоб я в нее поиграла и не покупала? О, там какая-то залупа красная. Ай-яй-яй, а как? Патронов нету, а! Господи. Немножечко убесралась я. Опа, бильярд получила. Нормально. Блин, вот здесь какая-то штука есть, но я не понимаю, как туда попасть, если честно. Вообще, типа, не понимаю.
либо с вот этой стороны, либо с той стороны, либо с вот этой стороны. Там должен быть какой-то вход в пещеру. О, нашла. Получить более 1000. Блин, нет, подождите, это чуть-чуть не то, что мне надо было. Кромик, что вот это за зеленая дичь? И как к ней попасть? Ворота были через них. Ворота? Вот, видите, вот она, красная такая штука. Здесь нет... А, меня отталкивает здесь. Вот собака. Где моя какая-то пещерка была? Да не, не было. Или было? Ладно, вернусь, проверю. Спасибо. Цветок жизни. Ищите редкие лекарственные растения, чтобы повысить максимальный уровень здоровья. О, Каев, спасибо большое. Я что-то даже и не заметила, что она тут есть. Ой, чуть-чуть урезалась. Надо еще заправиться будет. Вот сюда надо как-то попасть. Я не понимаю, как. Наверное, вот сюда надо заехать, да? Ну ладно, пока заедем на вот этот остров, а потом можно и сюда, на эту часть. И тогда я все здесь за это заформлю. Так, давайте заправимся. Ой. Блин, тут корабль. Сраный. Глупый вопрос, конечно, есть. Просто две части в стиме, а одна на в батлнете. А, ну не страшно. Какие еще черепашки? Да у него просто черепашки головного мозга, не обращайте внимания. Подвинь корабль куда? О, это что такое? Неплохо. Ой. А вот это надо копать, нет? А чё он тут вообще стоит? Я на этой штуке не могу ездить.
больные. Пукалками своими пукают. Сейчас заколебали. Ай-яй-яй. Я умерла? Здесь больше не осталось противников. Думаю, можно считать этот остров зачищенным. О, хорош! Все. Супер. А, железная гряда. На границе была деревня. Там лежала убитая женщина, а по ней ползал ребенок, весь в крови. Мы с Элдоном его подобрали. Малыш все время плакал. Я тоже перепачкался кровью. Добрались до штаба. Я вещи в стирку кинул, между пальцами кровь. Не мог как-то стирать. Человеческая кровь плохо отмывается. Из воспоминаний солдата о битве на железной гряде. Нести флаг. А что за флаг? Что это вообще и зачем он? Просто для украшения? А что вот это зеленое? Вот это что? Что-то я не поняла. А это что вообще за остров такой? Ой! Кто? Ой, я врезалась немножечко. Спасибо тебе. Вот награда. Давай, бери, не волнуйся. Тебе сейчас это будет нужнее. О, хорош. Спасибочки. То есть за зачистку островов здесь еще награду дают, да? Шикарно, шикарно. Мне нравится. Так, хилимся. Собираем. Так, берем вот это и... Это... Сейчас, секунду. Слушаю. Курьер. А, я здесь уже не выйду. Ой-ой-ой, тихо, не врезайся. Не врезайся. Да почему ты не поворачиваешь? Что у тебя за проблемы, блин? Джан, я не умею водить! Да пошел ты нахер! Заколебал меня уже. Сколько можно? Ой, нет, мне не здесь, дальше надо. Ай! Ай-ай-ай-ай. Ай.
Здесь больше не осталось противников. Думаю, можно считать этот остров зачищенным. Патроны выпадают после убийства в ближнем бою. Если вы добиваете врага в рукопашном ударе, то получаете магазин патронов. А, да? Понятно. Вовремя вы это сказали. А здесь мне никто награду не даст, да? Да тормози ты, ёб твою мать! Почему я не могу это развалить? Ну ладно. Спасибо тебе. Вот награда. Бери, не волнуйся. Тебе сейчас это будет нужнее. Спасибочки, спасибочки. Так, помощь. Так, ну вроде все. Да я уже увидела, да. Так, все, чапаем до дома, до хаты. Так, единственное, что я смогу задом проехать, интересно. Ой. Так, надо зопровейшн делать. Угу. Так, пополнить все. Так, сейчас, подождите. Что она... Да, что ты делаешь? Ага, все, здесь все. Это поговорить. Купить здесь можно только снаряды и эти самые, да? Ой, тут опять корабль. Да ёт твоё налево! Да, сосите писюн. А я не поняла, как корабль улучшать, если честно. Как его поставить-то? Ой, не то. Что-то я не поняла. Как отпустить-то? А, во.
что игра как будто дергается. Знакомые шаги, ты же не сомневалась, что я доберусь, правда? Я просто рада, что вы живы. Держи мое лучшее оружие, у него немного сбит прицел, зато скорострельность высокая. Как оружие в разделе? А, ну сейчас. Так. Жесть, там все на дробовик падает. Слеза океана увеличивает запас аптечек. Отлично, давай. Так, снаряжение. Дальше. Ой, блин, нахрена я его выбрала. Так, изменить. Магазин установить. Так, снопа изменить. Магазин установить. Так, дробаш. Вот на дробаш тут дофигища всего. Прицел и магазин, да? Так, но я все равно буду с луком ходить. Так, а вот здесь... Давай вот это будет. Она больше всего дамажит. Так, это есть, да? Корабли. Итак. Вот здесь улучшать. Все, поняла. Ага, все, денег больше нет. Блин, что-то я лоханулась немножечко. Ну ладно, бывает. Лучше крюк. А это здесь надо улучшать? А, нет, ты про вот это? А я, кажется, не могу. А где его улучшать? Я что-то не поняла. Сделай апгрейд корабельной пушки цунами через вкладку планшета. Блин, я лошара Микантара, да? Пушка цунами. Да, у меня больше нет денег. Ну, я как обычно. Это оружие. I'm a shake. Спасибо большое, Ромозавр, за подписку. Фоксаманка с возвращением в лучшую стаю. Наши лапки в твоем распоряжении. Уважение от стримера. Отчетика, прекраснейшие смайлики. Слюнявенького для Ромозаврика. Фоксаманки там уже это... Скоро? Че не скоро? Скажи мне. Сколько ждать? Я твоих родов жду больше, чем своих. Так, ну я не могу. Тут почему-то не делается крюк. Я не понимаю, как его делать. Я могу его только... А, вот, улучшить. Господи. Все, спасибо. Сори. Немножечко туплю. Так. Так, давайте какое-нибудь здание построим, я не знаю. Что вот это вот? Фабрика. Позволяет перерабатывать руду в сталь. О, это очень надо, но у меня не хватает камня. Надо еще камень, да? Окей. Уже со дня на день. Поняв, приняв. Так, аптечки пополнены, да? Ну,
В принципе. Давайте, короче, тогда доберемся до острова. Ух ты, жесть какая-то тут. Доберемся до острова Большой воды и закончим с этой игрой. Так, только подожди, стоять. 100%, окей. И здесь 100%, да? Ну, почти. Все, окей, полетели. Тебя зовут Большая Вода? И ты делаешь пись-пись? Чешу. Да нет, пожалуйста, нет! Отвали от меня! Ты конченый! Ты конченый, отвали! Еще бейбик? Да, сейчас девки стали все рожать, когда уже я буду рожать, капец. Почему именно я тут застрял? Почему не Ронни или Джонни? Они с острова грабят, добычу делят, а мне что? Опять ничего. Приходится в этих клетках охранять, даже рожу набить некому, а товар портить нельзя. Хм, моль? Она из деревни улетела, что ли? А Каин приказывал всех почтовых молей убивать. Вот я ее сейчас... Нихера себе, моль! Это еще что? Не, никаких молей. У меня такие крепкие ворота, лучше за ними охранять товар. Может, померещилось? Надо бы проверить патроны на всякий случай. Да, нормально все. Слушаю. Да, сейчас откроем. Сохранись. Сохранилось. Да почему? Блин, у меня игра дергается, меня это так бесит. Каждое улучшение хранилища дает плюс 3, получается. Возможно, да. Я что-то не обратила внимания. А как сюда зайти? Алло? Алло? Путите? Алло, путите? Путите, алло, спасибо. Да кто там циклку свою все практикует? Так, ну вроде все, да? Нет, не все. Тут пустой. Так.
Там я камень не собрала. Или это с другой стороны? Наверное, с другой стороны. Да, тут нет никаких входов в пещеру. Вроде нет. Так, эту лавочку свистнуть пока что нельзя. Ворота здесь закрыты, да? Пойдем тогда другой дорогой. Да, что-то не те патроны мне дало, которые надо, ну ладно. Так, а вот это можно? Можно, но оно ничего не дает, да? Так, давай похиляемся. Это из-за прицела, ты так смотришь дальше, вот экран туда-сюда бегает. Да нет, вроде. А, ну да, наверное. Надо сесть по-другому, спина болит. Блин, спина болит, нога болит, надо, наверное, обезбол выпить. То раз я начала ходить, будет жестко, скорее всего, мне. Доберитесь до рычага, окей. Да что ж такое? Так, вот здесь что-то как-то можно, да? Блин, надо было с руки ее подойти добить. Так, ну мы тут... Ага, с той стороны там надо подъехать с другой, да? Либо можно вот через верх попробовать. Так. Так, если я не увижу клад, скажите, хорошо? А, то есть по огню по мне дамажит. Нормально. Клад вверху, да? Где? А, вижу. «280 год раскола, 1 мая. Мы захватили корабль узницев». Забрали товары и припасы, а команду бросили на маленьком острове. Пускай пробуют выжить. Правда, Патрик прорывался прибить капитана, который отказывался сдаваться. Но найденный в трюме бочонок пива немного остудил его пыл. Блин, мой бы пыл бочонок пива тоже успокоил, знаете? Сейчас бы с удовольствием бахнула бы. Чисто кружечку пенного. Кто мне там писит? Ага, поняла. Так, 280 год после раскола, 14 марта. Мне больно покидать свой дом, но мы проиграли. Гектор говорит, что нельзя променять независимость на сытый желудок, иначе не останется ни того, ни другого. У меня уже ничего не осталось, кроме знамени небесных волков. Последнего отряда свободной Аспии. Его я заберу с собой. Жесть, это мы, получается, небесные волки, Чешо? А, вот он, знамя. Так, а куда мне? Мне вот сюда надо было, да? Ой. А вот на водную эту я смогу или не смогу? Вопрос. Ага, нельзя. Поняла, окей. Понял, принял. Вопросов не имею.
Ай. И Крэш вонзился своими клыками ему в шею и высосал своими зубами его костный мозг. А, не может быть! Как это зубами можно высосать костный мозг? А может, ты хочешь спросить у самого Крэша, на что способны его зубы? Нет, 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 нет. Что за наркомания? Потеря родителей серьезно сказалась на разуме мальчика. Он везде видит монстров и никому не доверяет, кроме капитана, который вытащил его из горящего дома. Стоило больших трудов отцепить Морта от его штанины, чтобы провести осмотр. А, ой, это не надо убивать. Я что-то туплю. Так, это, наверное, с другой стороны, да? Окей. Ну, Патрики. Патрики, это хорошо. Как же к тебе сюда зайти? Слушай. Да, конечно. Как он на третий-то выехал, господи. Он просто потерял родителей, вот ему теперь и верит. Лол. Как туда зайти? С другой стороны. Но я не понимаю, как. А! Ядрить, у меня прицел, конечно, сбит. Не хочу я этой пушкой стрелять. Даже если она дамажит много. Нет, ну почему? Сейчас мне пока туда еще раненько, я думаю. Ой, я бы шезлонг забрала себе. Ну ладно. Меня попросили запереть кристаллы на замок, но какую комбинацию использовать? Может посчитать соседей? На втором острове живет в два раза больше человек, чем на первом. На первом и... Бля! Ой, на первом и третьем островах живет одинаковое количество человек. На третьем острове живут два человека. Получается, на втором живет 4. 2, 4, 2. 2, 4, 2. Какая я умная! Ой, чат! Ой! Ой, боже, я не знаю, вы такую умненькую девочку смотрите. Такие вы молодцы, конечно, чат. А что, у меня не работают команды, что ли? А, оно не уберется, ну ладно. Я вот так сижу и горбачусь, нехорошо это. Так, мне нужно наверх или вниз. Вот здесь еще цветочек есть, да, надо к нему сходить. Вот здесь еще камушки тоже, их надо забрать. И наверху всякие штуки-дрюки.
Ладно, идемте сначала за цветком, наверное, да? Ай, ай. А что, тут ничего? Ладно. Ай-яй-яй. Ух. Турель вообще имба. Техники теневого клонирования, ну что-то типа того, да. Так, винтовку заберем. А чё она мне тут все светится? Вместо тебя, если взять винтовку, нормально будет? А, нет, она тех же патронов, что и у меня. Ну давай, давай снопу тогда попробуем, наверное. Так, мы все открыли, все зачистили, да? Остался маленький вот этот вот пумпендикс. Хотя нет, еще вот здесь тоже. Но там тоже на корабле, походу, надо идти. Ладно. Так, стоп, здесь есть еще. Еще разрушить. А для чего вот эти корабли стоят? Просто для дизайна? Какое небо красивое. Сейчас, ребят, секунду. Thank you.
Ай, бля, чуть не наебнулась, а, господи. Ай, чё-то после того, как сижу, мне так плохо ходится. Ай-ай-ай. Трипл килл? Что? Где? Кого? Кого ты трипл киллнул? А, ты все найтбота? Мне кажется, просто надо Рутони перезапустить, чтобы она нормально показывала, да? Ножечка болит. Нозя, нозя, нозя. Сейчас я перезапущу. А где мышка? А вот мышка. Так, сейчас я Рутони перезапущу, а то что-то как-то одни и те же, да, одни и те же. Она иногда нормально показывает, иногда одних и тех же кусает, да? Как-то странно. Как-то странно. Кстати, в эту игру играл Тостер, Маша, Джуч и Нюк. Вот так вот. Оказывается. Так, продолжаем. Поехали. Что это за такой этот странный? Так, а куда мне? Сюдой? Сюдой давай. Так, тут у нас снова загадка, да? Опять от этих, от тяжелого к легкому. Так, вот это получается самое тяжелое, да? Нет. Угу. Так, значит, вот это первое. Это второе. А, нет, подожди, там же от тяжелого. А, блин. Получается вот это второе, третье, четвертое. Спасибо. Так. Так, тут вот как-то... Тут вот как-то... А как тут? Ой, я что там падаю? Я не вижу, как там. А, надо объехать, господи Иисусе. Принцип тот же, да? Да, да, я уже привыкла. Так, дерево где-то там, но я здесь, походу, не объеду. Только если... Хотя, стоп, тут же можно прыгать, походу. Подожди, тормози. Чтоб не лететь туда. Во-во, ой, патроны не трать. Патроны дорогие. Так. Так. Да господи. Не, как-то луком получше. Как-то луком получше. Да мне нормально, нормально, и не страшно так тоже. Так, а что у нас здесь? Ой. Так, господи, где мой лук? Год после раскола, 1 октября, небесные волки прославились. Жаль, что как пираты, зато благородные. Узницы даже усилили охрану на торговых путях, но им не тягаться с нашими судами, потому что Лизбет поставила на них новые движки. Они с Гектором поженились. Праздник длился 3 суток. Вроде бы, не помню точно. Все, да. Вроде.
лапой. Кажется, для этого завала нужен динамит или какая-то взрывчатка. Так, у меня пока взрывчатки нету. Значит, позже сюда придем. А что, не могу зайти? Он дает патроны, но все на то, что мне не нужно. А кто там? Да, со снопой, конечно, что-то у меня все прям туго очень. Лук – моя любовь. Так, ну, я все зачистила, кроме одного, но там, я так поняла, нужна взрывчатка, да? Это ж сюда нужна взрывчатка вроде. Да. Так, значит, где-то здесь есть мост. А, нет, здесь это перегородка. Так, значит, как-то по-другому мы можем. Как-то по-другому мы можем. Только как? Надо бы найти, да? Так. Так, тут тупик. Что за фигня? Ай! Ну да, разброс такой. Ну тут каждая пушка типа разная, у каждой своя штука. Так, мне, кстати, нужно, наверное, трюм освободить. А как? Непонятно, да? Ну ладно. Ой, стоп, там же можно ворота открыть. И что, не открылись? А, не открылись, нормально. А почему? А почему? Да почему? Так, сохранимся на всякий случай. Так, пленные. Угу. Неужели спасены? Отец китов. Мама, животик болит. Помощник маршала, вы без разрешения покинули свой пост. Пока ты прохлаждалась на острове Милсов, этих людей могли отправить в Нортвул. Прохлаждалась? Да я попала в засаду. А я должен был действовать. У нас соколы людей похищают. На границе появились слухи о монстрах. Простите за бесцеремонность, но это не слухи. Это проклятие, рожденное штормом и павшее на наши головы. Вы ведь из пустынных земель, верно? Далековато от острова Большой Воды. Имя Фер, госпожа. Лучше попасть в ледяной Нортвул, чем стать пищей чудовищ роя под куполом. Что еще за купол? То никому не ведомо. Хотя на Медне я видел
ученых мужей, которые туда отправили. Боюсь, сгинули они без следа. Вам стоит показаться нашему доктору на фазершипе. Так, это будет босс, да, получается? Вот это я бахнулся! Ну что, девка, допрыгалась? Каин за твою голову большой куш обещал. Он предупреждал, что с нами лучше дружить. Ща тебя на ленточке порежу, а потом пиво пацанам поставлю. Это мы еще посмотрим. У меня патронов-то хватит, ёкалы-мане. Ядрить. Почему не ставится? Соси писос! А, нет, мой корабль! Я отомщу тебе, жестокая мразь! Ну, мразь ей что? Блин, вторая фаза? О май гарбл! О май гарбл! Соси писос! Аллилуйя! Блин, хотя, не, как-то грубо, наверное, да? Похоже, Каин действительно решил от тебя избавиться. Даже одного из своих лейтенантов послал. Сейчас наша проблема не Каин, а этот завал. Мы его целую вечность разбирать будем. Слишком простой босс? Подожди, может, это я? Почему ты не считаешь меня крутой? Почему ты считаешь босса слабым? Обидно. Сейчас наша проблема не Каин, а то так, это бы я прочитала. Чему только учат в академиях? Попроси свою моль перенести тебя на корабль, потом сможешь расчистить проход с помощью пушек. Мне не нравится такой твой тон, но план вроде неплох. Так. Так, сейчас, подождите. Чашку кофею я тебе бодрящего налью и по-настоящему спою новую песню. Ева, подожди. Что? Предложишь еще какие-то планы? Ценные предложения, ироничные комментарии? Нет, я вел себя как дурак, извини. Если бы не ты, коротать мне время в Нордвальдских шахтах вместе с этими беднягами, спасибо, что вытащила. Не могла же я бросить своего единственного помощника на растерзании соколом. Маршал Элдон не ошибся в тебе. А вдруг все-таки ошибся? Если честно, иногда я не знаю, что делаю. Значит, будем разбираться вместе, Маршал. Неподалеку пришвартован мой корабль. Я сам доставлю пострадавших на фазершип. Хорошо, встретимся там, помощник. Ой, еще подолбитесь во что-нибудь. Так, муссон и гаубица. Гаубицу хочу. А, я оба забираю, да? Ой, как же хорошо. Как же хорошо. Так, вот здесь можно что-то... Нет, это не здесь, да? Так.
На воду, получается, нельзя, да? А где еще враги? Что-то я не поняла. Почему у меня не зачищено до конца? Что за прикол? Я кого-то где-то не грохнула. Ай, господи, это ж динамит. Ой, я сейчас попробую кораблем бахнуть. Не. Но попытка не пытка. А, вон он. Но это не это. Еще где-то есть, да? Ай-яй-яй. Вот возьму и подолбятся, но тебя не позовут. Обидно. Слот для батареи? Какой батареи? Какой батареи? Здесь как будто с кем-то драться надо, как будто арена какая-то. Блин, ну слушайте, я не понимаю. У меня до сих пор не зачищено. Почему? Где кого я не завалил? А, вон они. Вот говноеды, а. А я тут никак не смогу пройти, да? У меня снарядов для этого нету больше. Ай. Так, здесь я была. Вот, я не завалила вот этого. Короче, мне еще не сюда надо. Надо дальше пролететь, да? Ну, вон, патроны говна выпадают на все, что мне не нужно. Блин, там просто враги, а у меня патронов нету. Ну, благо, хоть корабля большого нет. Может, так с ними можно будет подраться. Блять, корабль большой! Ну, ядрить твою налево! Через пушку вниз. Сейчас я
попробую отсюда допрыгнуть. Привет, а это рогалик или какой-то жанр? Слушай, это не то чтобы рогалик. Я даже не знаю, кроме какой здесь жанр. О, все, я, кажется, там, где надо. Это просто такое, знаешь, типа путешествие пиксельное. Где ты и бегаешь, убиваешь врагов. О, то есть, вроде как не рогалик. Ой, получила оплеуху. Ага, я тут не долезу, да? Эй! Так, ну тут вроде больше ничего нету. Так, идем дальше. Так, это мы открывали шорткат. Так, сюда мне не зайти. Да господи! О, аллилуйя! Здесь больше не осталось противников. Думаю, можно считать остров зачищенным, чи защищенным. Корабль атакует пушки? Разве? Я вроде его поставила, где не трогают его. Так, вот один внизу. И туда, наверное, с корабля надо доплыть. Да? Или нет? А что, пока я АФК, корабль могут жахнуть, что ли? Я думала, не это. Его не трогают, пока я не на корабле. Здесь, короче, когда зачищаешься, коробки рисаются снова. Беги, Эля, беги. Ну, я стараюсь, да. Господи, я боюсь этих штук вечных. Так, ну это вот нельзя, да? Так. А, да, кто-то тут потрогал. Да, господи, потрогал нас. Так, все, корабль отремонтирован. Или нет? Нет. А где еще? Еще? Не, вроде все. Да, все, соточка. Надо будет его еще заправить, да? Так, стоп. Ну что такое, а? Ауф. Пока ты АФК, ты АФК. Ну, что-то вроде того, да. Да-да-да, я как раз за наградой иду. Ой. Спасибо тебе. Вот награда. Бери, не волнуйся. Тебе сейчас это будет нужнее. Так, забирай. Так, ну тут вроде больше ничего такого нету важного, нужного, да? Вроде все остальное мы зачистили. Все, на базу и заканчиваем. Ну, игра, кстати, прикольная. Чем больше в нее играешь, тем она больше засасывает. То есть тебе больше интересно, что же там. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо, повело меня.
На квестовые задания деньги оставь. Да. Я сейчас сделаю плавильню. Ай-яй. Сай, куда сай? Так, мне надо заправиться, наверное, но может я успею доехать. Игра интересная, но Эля в нее больше играть не будет. Ну, кто его знает, может захочется, на исходе топлива, да знаю я. Что вот это вот с рыбалкой связано, я так и не поняла, правда. Они просто летали себе мирно, пришла Эля и их убила. Да в смысле они... Ай! На меня нападают! Козлы. Маршал, я осмотрела спасенных беженцев с острова Большой Воды. Некоторые из них тяжело больны, им требуется особый уход. Нам хватит медикаментов? Это ролевая лихорадка, от нее нет лекарств. Роевая, извините. Она поражает тех, кто живет вблизи вечного шторма. Забирает их жизни в течение нескольких дней, иногда недель. Если повезет, месяцев. Проклятье! Но мы ведь можем хоть чем-то помочь? Среди беженцев же были дети. Один мальчик заражен. Я смотрю на него, а вижу сына. Они одного возраста, не представляю, что бы со мной было, если бы он заболел. Чудеса не в моей компетенции, маршал, но я сделаю все, что в моих силах. Это хорошо. Да, дай пройти, господи Иисусе. Так, сейчас я сразу сделаю вот это вот. Это не то! Ай, волосы. Я думала... Блин! Я думала, это я то смогу сделать, и у меня будут бабосики. А что вот это, кстати? Промик. Что это? Мне нужно это обрабатывать или нет? Есть новости из столицы? Нет. Сообщение явно перехватили. Гаубица Кайна уничтожает всех, кто мог бы предать его... передать просьбу о помощи. Нужно связаться с Шанталь, Грейс Хевен. Ни за что не поверю, что губернатор не в курсе происходящего. Чтобы справиться с Кайном, нам понадобится нечто большее, чем пара турелей и энтузиазм. А фазершип трогать нельзя. Черт. В Аспии когда-то руду и лес перевозили на двух больших кораблях. Стоунитери и Саудастери. Мы могли бы использовать их для атаки на форт Кайна, но я не знаю, где сейчас эти суда. Это и будут бабосы? Подожди, а что с черными камнями? Что случилось? Ты побледнела. Гнездо Молли атаковали соколы. Я должна добраться туда как можно скорее. Но мы не закончили обсуждать корабли. Жизнь дедушки важнее. Погоди-ка. Сообщение прислал мэл острова Освальд Милс. Так он твой дед? Я же говорила, что родилась в Аспе, и он заботился обо мне, пока отец пропадал в экспедициях. Если соколы ему что-нибудь сделали, не ожидал, что ты умеешь бояться. Когда прихвостни Кайна на фазершипе раскидала, то даже не вспотела. Если бы... Меня в дрожь бросает от одной мысли, что дед узнает о моем назначении и схватится либо за ремень, либо за сердце. Он до сих пор считает, что для меня грядки с капустой – лучшее место на свете. Безопасное. Как раз грядкам тебя лучше не подпускать, целее будут. Кстати, Шанти тоже живет в гнезде Молли, и она может знать, где находится Стоунитер и Саудастер. Постараюсь ее найти, когда разберусь с соколами. Нам давно пора поговорить. Походу, минус дед, да. Этот уголь из темных камней добывается, когда летаешь. Ну да, и что с ним делать?
Я подумала, его надо пере это самое туда-сюда. Два типа руды, два типа валюты. Вот оно что, Михалыч. А что там у меня на ютубе фолловы идут? У меня шортс стрельнул, что ли, или что? Ну, 1000 просмотров есть. Видимо, с другого шортса, что ли. Так, последний раз ее запускали во время войны с Нордволдом. С тех пор прошло лет 20. Там старое оборудование, поэтому я переделаю схему печати, обновлю корпуса для плавилин, заменю термоизоляционные боксы. То есть построю все заново. Фундамент трогать не буду. Угу, окей. Переработать одну руду в сталь. Ну, давай вот эту вот. А, вот оно для чего нужно. Ля. Прикольно. Эй, вы же новый маршал, да? А я Доусон, штурман Фазершипа. Я, а также механик, плотник, пороховая мартышка и фермер в одном лице. Фермер? Здесь была парочка ферм, пока соколы не разбомбили. Хоть какая-то польза от этих громил, больше не придется градки полоть. Тоже не люблю в земле возиться, но я вас раньше не видела. Фазершип стар, как кости мамонта. Приходится сутками в машинном отделении сидеть, чтобы поломки отслеживать. Даже заварушку с соколами там проспала. Я тут подумала, мы в этом небесном квадрате, как на ладони. Пиратам даже целиться не нужно. Если мы попытаемся улететь, то это спровоцирует Кайна на новую атаку. Да не... Мы же не в сторону Узни помчимся, а в противоположную. Чем дальше от их форта, тем лучше. Неподалеку есть хорошее место для фазершипа, но его занял здоровенный корабль соколов. Ага, хочет, чтобы я завалила его, да? Поняла тебя. Так... Так. После убийства противника ненадолго увеличивает урон и снижает шанс критического урона. Критического. Критического! Знаете, что такое критический урон, чат? М? Мне кажется, вы не знаете. Что такое критический урон? Посмотри, новый корабль. Новый корабль? В смысле, новый. Посмотреть корабли.
смысле новый? Здорово, Даришечка, привет, спасибо большое. Критический урон — это тот урон, который ты бы нанес, если бы хоть иногда попадал противнику. Ну, почти, да. А где нужно посмотреть новый этот? Новый корабль. Да вроде нет у меня нового корабля. Так, ты. Изменить. Приклад новый есть. Угу. Так, это все окей. И все, да? Больше ничего нету. Окей. Хотя я бы тут, наверное, вместо снопы поставила бы дробаш. Где он? Вот это? Это да, это дробовик. Он дамажит меньше, но он хотя бы хоть как-то что-то это... Хоть как-то что-то это. Так, что мне еще надо бы? Что-то мне еще, мне кажется, надо было, нет? Так, патрики, это да. Давно играл, не помню. Ладно, забей. Хорошо. Так, мне нужно улучшить, наверное, корабль, да? Где тут посмотреть системы? Так, прочность, ускорение, управляемость, объем топливного бака... Так, количество слотов в трюме. А сколько у меня денег? 600, да? Блин. Блин. Немного. Немного, конечно. Управляемость, ускорение. Но управляемость плюс-минус нормальная на самом-то деле. Я бы, наверное, еще крепкий трюм бахнула. Топливный, наверное, бак. Все, больше не хватает. И ускорение. Вот, это вот на что меня хватило. Потом можно будет... бахнуть до конца ускорение, а топливный бак и прочность. Вот. Ну, а потом уже на крайняк этот ускоряемость. Так, мужик, я принял... Стой, я упала. Так, шок-разряд. Недостаточно знаний Рона. Как это? Алло, у меня 9! 9! Алло, у меня 9! Не? Ну, видимо, потом по сюжету будет, окей. О, координаты, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Так, ну, вроде да. Кстати, вот это вот можно будет зачистить. И потом вот это. Так, все, Иля, заканчиваем. Заканчиваем, а то мы тут все останемся. Так, ну, так, а красное это улучшать пушки? Это красное улучшать пушки вроде. Да. Все. 50. Нормальная ППшечка, хорошая. Это ж ППшечка, да, вроде? Не написано. Ну, не написано, так не написано. Так, чтобы дальше его улучшать, нужна мастерская второго левела, да? А мастерская это вот это? Нет, это корабельная мастерская. Так, а вот это вот, оружейная. Для нее нужно 4 дерева и 4 гранита. Гранит мы еще не добываем, поэтому пока что мы сосем писца. Так, торговая площадь, максимальный уровень. Значит, она построена. Что вот это? Бар. Бар мы можем, кстати, построить. У нас хватает ресурсов. Так, а что-то еще нужно отстроить к 100? Или это все, или это последняя постройка? Слушайте, походу последняя. Давайте ее апнем тогда. Как же спасти деда? Заказывайте прохождение игры дальше, и мы пройдем дальше. Сколько повтори, а то я не расслышал. Остановись! Нет! Не остановлюсь я! Тратим все до конца! Тратим и тратим, и я! Так, это что, регенерация на 5-м ускоряет регенерацию, стоим... Что? Какой-то типа перк? Ой. А как же завершить игру сегодня? Да я не уверена, что мы ее тут завершим. Ты издеваешься? Тут карта вообще типа забей. Тут еще посмотри, сколько... Ты шо? У меня сегодня времени не хватит, чтобы это все завершать, лол. Зона роя. No, 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 no. Все, все, все.
На сегодня все. Хотите дальше? Заказывайте игру дальше. Купилась. Ах ты, засранец. За деда. Но в любом случае, это уже не сегодня. Это уже не сегодня. Так, мы сохранимся. Сохранимся, да? Вот. YouTube, подписывайтесь, ставьте лайки. Увидимся в следующем выпуске. Зачем я все время эту фразу говорю? Она меня бесит, если честно. Даже у других блогеров она меня бесит, а я ее говорю у себя. Фу, какая гадость.